прокомментируйте, пожалуйста, в целом сегодняшнюю игру, первая домашняя игра против сильного соперника. Как ваша команда выглядела сегодня? Да, в принципе, хорошо, но был просто свой момент забивать, да и все. Немножко проспали первый период, и все. Вот и все. А о чем говорили, может быть, после второго периода? Счет 0-2, надо возвращаться в игру. На что обращали внимание? Обращали на то, что счет 0-2. Надо все равно забивать пиралы свои и возвращаться в игру. Сегодня показал, что у обеих команд было много потерь буквально на ровном месте. Это связано с чем? С качеством льда или с чем-то еще? Может быть, и качество льда тоже все-таки. Ну и болельщики, что Сумбур, первая игра домашняя, Магнитка, там пятая игра через день, тоже, может, устали ребята.